Осень. Пьем копытом осень. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом не только». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Зайчик». По счету будет где-то 11 серия. Лучшая серия, в общем-то, главный герой попал в дом Полине, познакомился с ее дедушкой, в общем-то, с ее домом, с ее там питомицей, кошкой Джоанной по имени, видимо, какое-то итальянское имя. В общем, с ней побольше узнал о ней, в том числе по ее комнате, по виду ее комнаты, вообще всему, поговорив с ней немного. А, в общем, я тот момент сейчас перезаписываю, так что меня сейчас, в общем-то, уже немножко кое-что там знаком, и мне будет, в общем-то, не навен, все, кое-что. Так, значит, надеюсь, в общем, нормально будет. Все-таки хочется верить. Так, ладно, поехали дальше. Полина пожала плечами, приняв скучающий вид. Смотрю телевизор или играю дедушке на скрипке. Он планирует сделать из меня Давида Ойстраха. Так, Давид Ойстрах, словарь. Один из наиболее известных представителей русской скрипичной школы. Активно выступал в качестве дирижера, завоевав в этой области имя мастера. Умер от сердечного приступа через несколько часов после концерта. Кого? Да, в общем, это не на это. Скрипач был такой великий. Угу. Великий. А ты что же, сама не хочешь играть? Почему? Хочу. Это мой шанс уехать в город и начать нормальную жизнь. Не знаю, хотя я, конечно, не согласен с ней, что он там прям такой прям плохой жизнью живет. Но... Ладно, ее мнение такое. Гастролировать по странам, знакомиться с новыми людьми. От ее слов я ощутил укол дурацкой ревности. Поиграешь для меня? Ты точно этого хочешь? Да, интересно будет узнать, хотя, в общем-то, мы уже знаем. Черт. Первое посетение уже получено. Очень. Но все равно. Интересно, там мелодия играет. Хорошо. Только учти, я сегодня не в форме. Она извлекла скрипку из футляра. Лак переливался в свете лампы. Это необычная скрипка. Угу. Ее смастерил в 17 веке скрипичных дел мастер Гварнери, а сам Ойстрах дал на ней первый концерт. Я думал, что это скрипка либо Пагани, либо какого-нибудь этого Радива, либо бывает поминает тоже мастера. Она дорогая? Ну, пару миллионов долларов стоит. У меня отвисла челюсть. Полина рассмеялась. Видел бы ты свое лицо! Я шучу! Копейки она стоит. Если бы у меня была скрипка Гварнери, я бы жила в Москве. Ну да, продал бы, наверное, сразу и поехала бы. А я и не повелся. Конечно, конечно. Да, кто тебе поверит. Полина приняла нужную позу, нажала скрипку между плечом и скулой и поднесла смычок. Фа диез минор. Смычок скользнул по струнам, и музыка наполнила комнату, насытила собой воздух. Будешь даже вечно слушать музыку. Так, все так красиво так выглядит. Как будто снежинки вот вверх поднимаются. И юбрус этот скрипку держащий. Раз вспоминается персонаж, что подобный, наверное, вот. Занимает моя, ой, твоя прииска ложь, где там, в общем-то, звали Каори, в общем-то, там, Адазлан героинь, кроме, в том числе, героя этого пианиста, как звали это, Косе Арима. Посмотрел, в общем, думаю, знает это аниме. Я присел на подоконник, восторгаясь силой мелодии. Виграциозно играла Полина. Мучок буквально летал, разрезая пространство и время. Длинные пальцы перемещались с невероятной скоростью. Призрачная улыбка теплилась на губах скрипачки. Казалось, музыка этот таинственный фа диез минор, на самом деле другого произведения, как это называется. Ветер, ворвавшийся в дом, принесший запах моря и далеких городов. При его порывах я задыхался от восторга. Мелодия подняла меня до небес, оставив вспомнить ночные прыжки над лесом. Но и как все хорошее, она закончилась слишком быстро. Полина замерла, опустила руку и поклонилась. Начался водопад благоухающих волос. Я вскочила, захлопав ладоши. Браво! Кто это сочинил? Роберт Шуман. Интересно, хороший композитор. А вот кто теперь мой любимый композитор. Бра...
Слово «во» стало возгласом изумления, когда что-то яростно взмыло под моей ногой, взмыло. Жуана, да, нацепилась мне на хвост. Она кошки такой не любит, конечно, да. Очень. Порыв восхищения позабыл про кошку и нечаянно наступил ей на хвост. И не успел озвучить слова извинений. Жанна взвилась под моей ноги и вцепилась в бедро. Сквозь штаны на острые когтевые пронзили кожу. Ой, да. Ой, накинулась на помощь, шлепнула кошку по загривку. Жуана, гадость какая, брысь! Но она не виновата, ее просто на хвост нацепили, по ней тоже можно. Кошка сиганула на ковер и затировалась с комнаты. Лапой отворил дверь. Они тоже такое могут. И морщился, трогая ведро, явно хорошенько расцарапанное. Полина существенно пробняла меня. Больно? Да нет, ничего. Думаю, заживет. Я сам виноват. Да, точно. Я ей покажу, как бросаться на моих гостей. Меня волновало не столько боль, сколько ущерб, нанесенный одежде. Мелкие дырочки спещерили штаны. Да, мама будет счастлива. На внимание Полины мне польстило. Твоя Джана, дама с характером. Да, подобно своей хозяйке, думаю. Вы поладите. Потому что кошки, когда бывают у хозяев, потом похожи какой-то им становятся. Пожив, в общем-то, у своих хозяев дома, они, в общем-то, становятся на них похожи. Причем по таким привычкам. Если ты не умрешь от потери крови, конечно. До того, как будто умрет он. Она повертелась, посматривая комнату. Где-то тут был йод. Не обязательно. Что значит не обязательно? Еще никто не умирал в моей спальне. И я хочу, чтобы так продолжалось впредь. Снимай пока штаны. Я выразил себя перед Полиной в одних трусах. Она, нагнувшись, прорабатывает рану, образ скатил горячим паром. Не надо, Полин, ну правда. Не слушая меня, она смочила ватой коричневой этой жидкостью из пахучего флакончика. Пациент, я готова. Спускайте. Так. Серьезно, дома промою. Улыбка стерлась все красивых губ. Вертикальная морщинка растекла переносицу, в голосе появились капризные нотки. Перестань сопротивляться! Дай я тебе помогу. Она погладила меня защитно ниже раны. Девочкам нельзя отказывать. Ну. Полина решительно шагнула вперед и схватила запряжку ремня. Я вернулся, но не тут-то было. Девочка очутилась сзади, подела ремень пальцами, попробовала стащить штаны. Ах ты ж! Она захихикала. Я крутанулся и Полина прижалась ко мне, заливаясь смехом. Легонько прикусила мою руку и дернула за ремень. Оступая, врезался в диван и упал плашмя на его мягкую поверхность. Полина приземлилась сверху. Волосы накрыли мое лицо, защекотали ноздри. Я ощущал, как вибрирует грудная клетка с мечущейся Полины. А еще я чувствовал сквозняк голой кожи бедер. И так и удалось снять мне штаны, я лежал под ней частично ногим и сгорал с мужчиной. Полина отстранилась, смех затих. Она сдула прядь волос и взглянула мне в глаза. Берев кулачок в щеку и пошла задумчивым взглядом по моему лицу. Ничего. Ничего. Красивый ты. Скажешь тоже. Честно-честно. И знаешь... Мне кажется, что я все эти годы ждала, когда ты в поселок приедешь. А сердце выстукивало бешеный ритм, под ребрами, в висках, по всему телу. Я забыл, что лежу под ней без штанов и трусь голым бедром в ее ногу. Мне хорошо с тобой. Вы вообще там забыли, что хотели там Ронда обработать-то? И мне. Я встретила человека, который меня понимает. Ясно. Это дороже скрипки Гварнери. Ну да, конечно, дороже, когда люди это... И мои щеки находятся. И всякие скрипки. И переместил взгляд на ее рот. Он был так близко, что я видел каждую крошечную морщинку, пристокших, как у меня в губах. А, если как бы выбор другого не дается, нельзя? О, интересно, так убиваешь, наводишь что-то, какие-то объекты. Если интересно, так поработать эти мелочи. Наводишь какие-то объекты, звуки какие-то сдаются, это, которые им свойственны, всякие там бывают. Там, не знаю, тика нечистов или шум этого... Только там... Сильника, что-то еще.
Я пишу выше от выбора, и как бы Марик спрайт движется. Хотя не так, в общем-то, здесь анимация есть немало всяких анимаций. Его не свойственно новеллам визуальным, потому что такое редко встречается, бывает. Вообще что-либо такое. Там либо просто статичные фоны, статичные спрайты, которые немножко меняются, какие-то позы, но выглядит это немножко не так, как, например, всякие вот движения глаз, рта героев или там что-то еще. Это как будто не живые, более, чем бывает, например, в других новеллах. Ну ладно, давай так же. Марина опустила веки, затрепетали ресницы, наши губы соприкоснулись. Голова загружилась, померещила, что я падаю в пропасть. Каждая клеточка моего тела пела от восторга, словно я пробовал на вкус прекраснейшую музыку, но дегустировал нечто более совершенное, чем мелодия Шумана. И тут я видел знак в зеркало в дверцах платяного шкафа. А, там отражалась приоткрытая дверь внутрь коридора. Жесть. Из-за щели за нами следил Харитон. Пугаешь это, не пугайте вы. Мурое лицо будто плавало в черных водах сматы. Глаза впились в меня, глубже и злее, чем прочие когти. Секреченный старик дал задний ход. Я тихал двери и канул в паре от теней. Пораженный я оторвался от Полины губ, прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня, непонимающе, и раздосадованно спросила. В чем дело? Я упутался из-под нее, встал, натягивал штаны с третьего раза, затянул ремень. Ни в чем. Я вспомнил просто. Пообещал маме вернуться к ужину. Не уходи. Полин, послушай. Не уходи, Тош. Голос задрожал, слезы потекли по щекам с сервистыми ручками. Я цепенел от неожиданности. Тренинг Полины сменился моментально, так же, как и тема в аналогии у деда. Но ведь дед был старым и чудным. Забери меня с собой! Туда? Ты чего, Полин? Ну перестань! Ну да, чё вдруг не так вот сменилось-то? Ты ожидаемо? Я высоко склонился к ней. Ну хватит, правда. Все же хорошо. Я здесь с ума сойду. Не знаю, руки на себя наложу. Где моя? Не говори так. Ну да, точно. Неправильно так говорить. Нельзя. Она повалилась на кровать, ладонями прикрыла лицо, склипы превратились в сдавленное рыдание. Растерянно оттоптался на месте, не зная, что предпринять. Давай! Нам по 12 лет. И что? А чё? Знаешь, что дальше делать-то? Тебе нравится жить в хибаре у леса? Чё такого плохого, не знаю, вот я не думаю прям. А мне, думаешь, по нраву гнить, заточённый в четырех стенах? Её кулачки били по дивану, тело выгибалось. Если ты мужчина, уведи меня из этого места! Пора уходить, отчеканил внутренний голос, и я был с ним солидарен. Прости, тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. Да, ничем помочь нельзя уже. Пока. Я вышел в коридор бурча, возможно, поступил каструс, но я не мог больше выносить ее истерику. Надел куртку, сунул ноги, ботинки. О. Так, что-то это не нравится вам, нет? Я уставился в темноту, думая о медведе-людоеде. Плач Полины раздавался стеной, а на меня надвигалось нечто скрипящее. Коляска старика притормозила в 2 метрах на границе света и мрака. Уходишь? Так быстро? Ну да, надо. Я прям мямлил, шнуру я улыб. Простите, мама будет беспокоиться. Ты знаешь настоящее имя своей матери? Петров Антон. Угу. Чего? Тени клубились, двигаясь за плечами Харитона. Я шаждал покинуть это странное место как можно скорее. Нет, простите. Заволнованный извинялся направо и налево. Почему плачет Полина? Что случилось? Черт кто знает, прям причина. Блеснули железные зубы. Эй. Пойдем на кухню. Чай пить будем. Не хочется. Я тортик разрезал. Меня ждут. Да, извините, нам надо. Подождут и перестанут. Ну, пойдем, пойдем. Ах, ну клуб капризно. Сейчас наркоз Кеймер будет, да? Наконец, справившись со шнурками, я вскочил на ноги. Старик улыбался надсадно. Вернулся к нему спиной. Пальцы сажались замком. Кэр,
стерлы! Ё-моё, ты чего? Мне не позволят уйти. Найдут, кстати, коляску, тащат. Стерлы, стерлы! Ё-моё, ты чего вообще? Дверь отворилась, спустив в душный коридор Зимний Мороз. Как твое настоящее имя? До свидания. Ага. До свидания. И улетел на крыльцо на дорожку, петляющую между домов. Пока я гостил у Полины, мрак вороньими крыльями объял поселок. И снег пошел только прямо. За ветром он казался живым мыслящим существом. Слабо горели муированные в ночь фонари. Я утер лоб. Ну и ну, что за концерт устроил Полина? А старик, поглядывающий за нами, не мудрено, что она так отчаянно хотела сбежать. Едва я вспомнил металлические зубы Харитона, как мурашки за раз скорее по моей коже. Это кто-то еще такой? Я встрепенулся и кинул взором улицу. У забора маячил неясный силуэт. Кто здесь? Вот так, кажется, догадываюсь. Человек шагнул ко мне, встал в кольце фонарного света, душу кваркнувшись, кухнул у пятки. Я узнал Ромку. Чьи одноклассники были мокрыми, глаза покраснели. Он плакал, прячась в темноте. Ну, привет. Чего? Разве я не предупреждал тебя, а? Разве не говорил, что убью, если увижу рядом с ней? Ясно. Раздался щелчок, сверкнул нож и бабочка. Может, как раз поэтому Харитон пытался его... Хоть подожди, глуши, хоть может, что-то такое. Хоть и хрен знает. Обескровленные губы Ромы растянулись в страшной гримасе. Зрачки сверкали, словно две монеты. Ром, убери нож. Думаешь, я псих? Я покажу тебе, что делают психи. Рома! Ну, есть псих какой-то. Уже какой-то этот... Ненормальный. Я ступал, боясь повернуться к нему беззащитными лопатками. Ромка шел на меня, скались. Жалкий ублюдок! В уголках его рта выступила пена. Он судорожно утер лицо рукавом, еще сильнее размазав слезы по щекам. Стекленевшие глаза заволокло туманом ненависти. Амулет-коготь, который мне дала Полина, снова пришел на выручку. Время словно замедлилось, стало как кентарь, в котором застал не только я, но и Ромка с его опасным ножом. «Беги!» – просигналил внутренний голос. «Спасай свою шкуру!» «Жалкий грязный ублюдок!» Вдруг он завыл, горестный вой взвился к звездам. Ромка сунул себе в рот рукоять ножа к сигару, нажал зубами, и зверь торчал наружу стальным клыком. А затем он упал на четвереньки. Его тень по-звериному нахохлилась. Слюна капала на снег. Обезумевший Ромка зарычал и бросился ко мне, стал отталкивать всеми четырьмя конечностями. «Беги!» Я побежал, не разбирая дороги. Ботинки вязли в сугробах, мелькал штакетник. Шум поднялся такой, словно за мной гнался не ровесник, а какой-то зверь. Большой до ужаса. Ветер бил по лицу и обжигал, будто листья крапивы. Я задыхался. В повороте стоял припаркованный трактор, но водителя я не увидел. Что-то юркое перепрыгнуло тропинку, поземлилось в паре метров от меня. Снежная баррикада перекрыла путь. Я скарабкался на нее, скатился, ринулся в переулок. Фонари мигали панически. В каком-то ужасном хорроре прям. Заметил, хотя это есть вообще жанр такой. Заметил Селимак, кинулся к нему. Дернул ручку, заперто. Крест родился переулок, что-то огромное и жутко двигалось оттуда, окутанное метелью точно похоронным саваном. Куда тянет, в общем, этого волчьего в этом, в общем, ну, человека в маске волка. Миминулся на расчищенный полоску асфальта. Собаки в дорогах не лаяли, а жалобно скулили. Я обогнул крайне дома и выбежал на пальцы поселок. Здесь нависал черный монолитный глыбой. У меня был выбор, просека, на которой я был бы как на ладони, или прямо маршрут через лес. Взрывы и бурелом. Я предпочел второй вариант. Прыгнул в бок, нога скользнула по льду и рухнул во враг. Прыгаясь, перевернулся на спину и стал отползать, ожидая, что Ромка вот-вот появится сверху. Человеческий вопль пронесся дворами, винтился в уши. Прошла минута, вторая. Я трясся, осматриваясь края врага в чернильные маски соусин. Кто-то появился. Чему ее?
приближающуюся тень. Мальчик в маске волка вышел из леса и остановился передо мной. Друг. Чего? Что происходит? Может, на самом деле это и есть этот труп, когда это с ним происходит что-то такое, он вращается в такой маске волка. Его знает. Друг. Твой друг нафиг. Он разжал кулак, и наш бабочка упала на снег. Тебе ничего не угрожает. Мы же говорили. Что-то мне не знаю, вызывает сомнение, что, может быть, они и скрываются под этими масками. Не веря своими глазами, поднялся на ноги. Волчонок махнул рукой в сторону просеки. Все в порядке. Иди. Был слишком испуган, чтобы задавать вопросы. Потому что я молча ушел, прямо вдоль колышущихся деревьев. И постарался не думать о сгустках, потому что провожали меня к ране за кустами. Я еще не знал, что ждет меня в месте, которое я по ошибке назвал домом. Вода дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что линия покрывает мою кожу. Я стиснул кулаки. Марк просачивался в прихожую, а с ним, медленно планируя на ковер, летали снежинки. Будто стая падальщиков, почивших добычу. Я осторожно перешагнул порог. Вдруг услышал, как кто-то говорит на кухне, но это был всего лишь радиоприемник. Циклон, о котором мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. МЧС призвала жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги прикрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран. Понятно. Дай-ка попробуй еще кое-что погромче, чем что-нибудь сделать, что ли. Хотя, не знаю, стоит ли вообще там. Я бы чуть-чуть. Сверху тоже доносились голоса. Скрипели протяжно ступеньки. И делал шаг, а сердце за это время успевало ударить 5-6 раз. Дверь родительской комнаты была отворена. Пять дней света выступал театр теней. Черные силуэты исполняли танец ненависти. Мамины кисти заметались с потолком, когда она шипела на отца, а он не нависал, скрестив руки на широкой груди. Мы все в опасности. И все из-за тебя. О. И не ври, ты видел его в поселке. Кого? Его? В чем это они? Он вычислил, где мы живем. Это был не он. Кто он-то? Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Кто? Пробежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения, сыпали взаимными обвинениями. Отец низко по-звериному зарычал. Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Это было видение, в котором сестру за мои грехи бивал ножом Ромка. Опухшая от слез личика заставила меня похолодеть. И почти вытолкнула из мыслей образ калящегося деда Харитона, искачущего на четвереньках Петефана. Что случилось? Они разведутся! Я обнял сестру и прижал к себе. Язык отказывался повиноваться, искать утешение. Крики об этом звучали сразу отовсюду. Справа и слева, снизу и сверху, били по макушке. Ругань падала нам на голову, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от поебёжки беженцы. Я хочу уйти! В свою комнату? Нет! Дальше! Отведи меня в Небыляндию! Ты обещал! Я осторожно отнял его руки от ушей и повел мимо вибрирующей яростью в спальне родителей. Из-за тебя! Ради кого? В эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалеты и прислонился к дверям. Двери не подгибались. Почему тебя не было так долго?
Я был в гостях у одних странных людей. Они тоже разводятся? Не думаю. Кто-то стукнул карниз снаружи. Не Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Там Снежек повторно шлепнулся в раму. Ты ждешь кого-то? Я не ответил. Пустил ее запястье, она всхлипнула испуганно. Прошел по комнате, морщась от каждого родительского вскрика. Бил с посуда, папа с мамой переместить на кухню. Открывать еще здесь, конечно, ну, нас выбора другого получается нету-то. Ох ты! Я дернул шторы, рывком распахнул окно. Наши старые знакомые. И зачем они здесь? Совушка, медвежутка, волчья, конечно, пленительная Алиса. Все были в сборе и махали нам снизу. Оля ёкнула, завидев девочку птицу. Я же говорила! Угу. Да, знаю. Я тебе всегда верил. Кто они? Мимо страха в голосе звучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. У нас столько игр, не игр, Дима. Давайте только не во все игры играть. А то у меня лапка болит. По чуть-чуть. И потом отдохнем. Друзья! Да, странненькие они все-таки. Странные. Хотя что-то, в общем, все-таки это напоминает вот эту Алису. Это какая-то Катерина, в общем, короче. Ози, не знаю, чем-то. Вообще, кажется, больше. Выходите скорее! Остальные, в общем-то, ну, Семена, думаю, возможно, это... Эти не знаю, кого еще. Не приведя Алиса, сердце забилось сильнее, внутренний голос буквально кричал. Наконец-то она здесь. А они знают, как попасть в Небыляндию? Это вряд ли. Ты прикидывал, глядя на зверят? Может быть, пойдем и узнаем. А это хороший вообще вариант, он думает. Но фигурка лесных друзей обещали избавление от горя, небе ужаса ночи, ужасов ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась. Мама лаяла на отца потривисто, как дикое животное с передачи Николая Дроздова. Николай Дроздов, советский российский ученый, зоолог, путешественник, популяризатор науки и ведущий телепередачи в мире животных. Обладает заразительным оптимизмом и трогательным отношением ко всем животным. Мы просеменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. У меня тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Как же долго! Глаза, как будто и будешь похожи все-таки на Катю, в общем, глаза. Не знаю, может, это все-таки обманчиво все это сделано намеренно, чтобы мы думали, кто-то из детей, из знакомых, в общем, персонажей. На самом деле выяснится, что они на самом деле не люди, либо просто такие другие непонятные, в общем, люди в масках, в общем, черт его знает. Пока мы вас домоседов ждали, то чуть не состарились. Ну да, состарились, конечно, скажешь тоже. Она прижалась еще сильнее. А вот другие. Оказывается, ждать так утомительно. Фух, дайте хоть минуточку в себя прийти. Однажды я тоже долго собиралась. У-у-у. А когда закончила, то и вовсе забыла куда. Оля смотрела на сову с подозрением, но хикнула, когда та вдруг перекувырнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Меня зовут Оля. Раньше я... Ну, я просто тебя боялась. Тебя испугала наша совушка? Может быть, у нее совофобия? А это лечится? Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Иначе с нами можно умереть от страха. И поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. Это после всего, что я видел в гостях у Полины. Часть с Алисой будто переходил через реку, ощущение которой глушило все дурные мысли. Кай!
Костюм лета. Девочка листичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. О, какая очаровашка! Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Я прокатился на дом, спасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. И сказала мне в сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто! Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Деда Мороза? Из-за сестренки округлились. Как? Нужно идти по сладкой тропинке. Олеся наклонилась и вынула из снега конфету. Ага. Оля плеснула ладошками. Смотрела меня вопросительно. Я кивнул. Сразу хрустила конфетой. У нас что? В лесу завелся Дед Мороз? Почему? Ты мне не рассказывала. Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Поэтому не слышала. Шею и ребяческую болтовню я почему-то вспомнил Ромку. Во время погони тот истошно закричал всего за пару минут до появления волчка. Что случилось с Ромкой? Да, точно. Поверь, он в порядке. Жив-здоров твой Ромка. Только такой вредина, как он, вряд ли получит от Деда Мороза подарок. Максимум горсть угля. Да, это точно. Или по шапке. Что по шапке? Ага, это начала смеяться. Это жутко комично погрозило перебинтованной лапой, и зверята дружно расхохотались. Моя едва проснувшаяся тревога тут же забылась, улеглась. Может, даже и зря все-таки. Черт их, я не тебе представляю. Хвост у нее шевелится. Ну, точно, мне кажется, я не человек. Не знаю. Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом, точно факелом. Оля инстинктивно двинула за мной, и я смеялась, вынув с сугроба вторую конфету. Вы такие бодрые. На вас аж смотреть противно. А ты давай не зевай. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Скажешь тоже. Скорее уж мне на голову свалится 3 кило конфет, чем я поверю в байки лисицы. Когда сладости стали падать с макушкой медведя, я сам не держался от смеха. Так забавно, ойкал и обтягивал шею. Вот теперь и конфеты упали на голову. Ощущения переливались на снегу, медведь чихнул и достал из уха мунишки на себе. Я бы вздремнул часок, а уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Ему 3 килограмма мало, что ли? Божрется так, что его заболит. Стороны леса донесся крик Алисы. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Я пожал плечами и побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Что-то круглое прилетело возле моего виска. Я решил, что это снежок, но Люба посликнула. Зефир! Откуда он здесь вообще? Не подбирай, он испачкался. Да, вообще нельзя. Есть. Ты что, веришь в микробов? Тебе уж точно такое, конечно. А ты нет? Это есть они вообще. Раньше верила. Теперь понятно, почему вы там уже не люди, а звери какие-то. Это вот это, наверное, заражались микробами против. Или может во что? Жирные сосны великаны встречали нас с шорохом своих лап. Снег. Погоди, что-то пропустил, нет? Что это? Ну, поэтому они и стали люди. Теперь же не люди, а не пойми кто. Вот не ешьте, как это полгать. Такие, в общем, сладости это. Грубо возражайте, потом таким вот станете непонятными жуткими существами, не резьбе. Снег снова валил снизу вверх в бескрайнее черное небо. Грубо полыхали, точно расплавленное серебро. Как да, красиво. Красиво! А я думала, в лесу страшно. Если там нету диких жутких зверей, если там просто деревья, то красиво. Нас родители пугали лесом, снегом и совой. Ну а мы с собой играли в снежной чаще под луной. Я старался не пускать в виду Волю, но это было довольно сложно. Сестра то кидала за кусты, подбирая все новые конфеты, то смеясь, выпрыгивала на тропинку.
Совушка пронеслась над нами, следованной веткой, заухала, мотая головой. Очек скопал морду снег, вытянул горсть жвачек и проглотил, не снимая обертки. У тебя будет несварение. Е-мое, что за... Еще так и есть, да? Волк испугался и выплюнул жвачный ком. Враки, враки, злые собаки! Что это, друг? Вообще-то жвачки нельзя жевать и проглатывать. Нет никаких несварений. Ты не права. Вся эта чушь случается только со взрослыми. Алиса стала как вкопанная и важно отодвинула полог переплетенных веток. Так в театре открывают занавес. За бригадой была поляна, на ней серебрился дворец изо льда. Олега. Это все взаправду? Угу. Защипнуть тебя. Да нет, не надо. Не надо ее щипать. Да. Мы смотрели на сверкающее чудо. Башенки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Это ласково звенели колокольчики. Отчетливо пахло шоколадом и сжженным сахаром. Милости прошу к нашему шалашу. Ну ладно, хорошо. Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, вертясь, хмурясь от слепящих искр. Жмурясь, точнее. Ух ты. Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Пушистые помпоны покачивались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Был таким, как я его себе воображал давно-давно, когда еще верил маме на сказки. Высоким, сильным и косматом, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его густой и глубокий окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга! Ух ты, какой голос-то! Ох, и намучились же вы, ребятки, пока сюда добирались. Прямо вот из советских мультфильмов, там, под Дед Мороз-то. Голос. Что ты, дедушка, мы быстро дошли. Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми. Звонко, беззаботно, словно он был ее ровесник. Знаю, все знаю. А, это голос того же этого Ярославцева Оптимус Прайм, который озвучил, да? Мне мои друзья докладывают. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Что красиво, это все напоминает, в общем, не могу вот эти вот... Покой этой снежной королевы из какого-то мультфильма там про нее. Письма, по-моему, даже наши три мультфильма называется-то. Я уже забыл. Снежная королева, по-моему, там три части. Там некоторые герои новые есть, которых нету. Сказки того же Андерсена. Управляется первоисточником. По-моему, Андерсен, по-моему. Да. Я уже забыл, да, помню. Вот. Не надо очень сильно все это. Это вызывает какое-то подозрение, не знаю, верить этому. Но на самом деле, может быть... Лентяем и грустяем, конфет не запасаем. Хорошо заливает, но что-то не знаю. А я не ленилась. Не о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Ну да, это не маска, это не лицо. Время молчал, смотрел, мой взгляд будто пример старику. Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до луны, но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. Что же это? В его огромной руке появился мешок. Нос ударил запах какао, халвы и мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Ну да, много их есть нельзя. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Разве то конфеты были? Так, одно название. Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из Небыляндии привезенные. Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал. Заслужили. Но есть правила. Надобно вам три дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. И не успел разлепить пересохшие губы. Да! Тогда слушайте первую.
и загадки. Что-то понятно, в общем-то, эту всякую легенду про сфинкса, который там... Это не, в общем-то, сначала путников, где-то там... Загадал загадки, если они их не разгадывали, то он просто их съедал. А если разгадывали, то пропускал. В нем живут машины и хранятся шины. Гараж. Я посмотрел по сторонам. И нет. Ты там еще рассказал, написал-то, сказал-то. Ну так-то да, есть, правильно все. Посмотрел по сторонам на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени плясали на стенах. Тихо гудело. Я подумал, Руби, это ворчат их желудки? Гараж! А, ну да-да. Верно! Так и есть. Во вторую загадку. Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит, как тень. Посудой гремит. На всех шипит. Не знаю, кто это вообще. Но хотя так-то я догадываюсь, но... Я просительно скинул бровь. Мама? А, ну да, так-то да. Оля потянула руку. Можно я? Можно я? Это кошка! Верно! Осталась последняя загадка и подарки ваши. Я подумал, что с первого варианта, что ты сказал Антон, в первую очередь. Ну, вспоминая ситуацию, потому что вы до этого видели, да? С их семьей там. Видимо, кошка, да. Только вот не задача, ребятушки. Запамятовал я, о чем же была эта загадка. Да, старость не радость, а бывает. А может, наши друзья зверята нам подскажут? Ряженые дети с гоготом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе, будто напоминающим пляску у моего окна в ту злополучную ночь. Дед Мороз сидит на троне, пряча в бороду смешок. Е-мое, какой-то мешок. Мешок! Да? Дед Мороз засмеялся, довольный. Убедили старика, получайте! И он высыпал из багрового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Сникерс, смотри-ка. А, это Milky Way. Это, в общем-то, еще одна шоколадка на подобие Сникерса, только... Подобие, забыл еще название. Ручки самых разных форм и расцветок, вкусно пахнущие и сорчащими вкладышами. Ух ты, реализация размером с кулак, мандарины размером с соленую голову. Киндер-сюрприз, в общем-то, яйца, да, все это. Milky Way. Это у нас Twix, в общем, да, все это знакомы все. Ты забыл уже название Снегина полностью. Пайкс. Ну, в общем, да, всякие, да, потом шоколадки. Марс, ну да, все это, в общем, да. Ну, это есть Сникерс, наверное, на самом деле. Сникерс. Ну да, наверное, так и есть. Еще Сникерсы, Марсы, Баунти, да, Баунти тоже киндер-сюрпризы, которые мы так давно не пробовали. Ой, спасибо! Да. Я вытер рукавом выступившие слезы радости, когда внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая Неболяндия, без унижений и запретов. Наконец-то мы будем счастливы. Дед Мороз спрямился, покидая трон, и воздел руки над угощениями. Все. Звери по бокам тоже подняли лапы. И глаза блестели ярче драгоценных камней. Вот двигаться там. Пасть волка была мокрой от слюны. Да будет пир на весь мир! Звери, толкаясь рыча, бросились поедать конфеты одна за другой. Рты у них были вымазаны чем-то темным. Сестра схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качался маятник. Казаться или принять. Что-то мне не нравится это. Отказаться принять, что принять, интересно. Не очень понятно. Давай. Что-то мне это не нравится, все-таки, не знаю, принимать это все это. Подозрение все равно все это вызывает. Говорили, в общем-то, не брать конфету у чужих, хотя незнакомцев, да? Подать пару мы откажемся. Хотя, конечно, ну да. Ну, что-то мне это вызывает подозрение. Давайте попробовать все-таки. Может потом переиграть, что в любом случае, я думаю, пройду все это на вылог, когда выйдет там еще пятый эпизод финальный.
все концовки, которые есть возможные, все выборы посмотреть там, к чему они приводят, какие результаты дают ради интереса. 100% говорится. Так что давай откажемся. Нет. Я вцепился вольно за запястье так, что она пискнула то ли от боли, то ли от неожиданности. Посол прошелся неосторожно из шепота. Вернулись шушки масок. И не перебежали с места на место. Что такое? Что случилось? Ничего страшного. Просто Атоша верит в несуществующий диабет. Расказни родителей. Разбудите меня, когда он перестанет валять дурака. Дед Мороз склонился надо мной. От него пахло карамелью и совсем чуть-чуть сыростью. Давайте не будем портить праздник, друзья. Друзья? Сегодня каждый должен веселиться. Ешьте и пляшите! Не извините, но я вам что-то все равно не доверяю. Или попытался отнять руку, но я разжал хватки. Но я не разжал хватки. И смотрел на сладости на высокого старика и принюхивался к просачивающемуся запашку. Гнили, маскированные приторным ароматом. Огонь дикого зверя. Казалось, какое-то сильное наваждение перестало действовать. Вернулся холод, усталость и страх. Спасибо, но мы сыты. Мне интуиция на всякий там. Мерзкий. И мы пойдем, наверное. Мама с папой переживают уже. И потянулся к сестру выходу, но Алиса встала на перерез. Как она держала фарфоровую тарелку. И померещилось, что блюдо наполнило опарышами, на которых взгляд метнулся к подношению. Вместо тошнотворной шевелящейся массы, там оказались мармеладные змейки. Прошу, Антон. Мы же друзья, правда? Мы даже больше, чем друзья. Кто тебе так сказал-то? Вспомни, что я обещала. И что же? Никто не причинит тебе зла, пока я рядом. Ни тебе, ни Оле. Так что съешь, пожалуйста, всего одну. Съешь, а? Антон, пусти! Ну пусти! Теперь и ты все мне запрещаешь, прям как мама! Оля билась в истерике, а съелись ржать мою хватку. Это неправильно. Все здесь какое-то неправильное. Вот как? А ты не задумывался, что из неправильного тут только твое мировоззрение? Так заварила. Как ты думаешь, что делают те таблетки, которые ты глотаешь круглые сутки, Они искажают реальность, путают мысли, уводят тебя со снежной тропинки. И с подозрением посмотрел на Алису, пытаясь найти, чем его возразить, но не смог. Помнился окровавленная варежка Вовы. Это было лишь иллюзией. Кто вы? А на кого мы похожи? Не знаю, кого похожи, но эти маски могли бы снять, пока отвести на лицо. Если, конечно, хотите, чтобы мы доверяли вам, друзья называемые. А кошмары, терзающие мой вольный рассудок. С нами вас никто больше не накажет, не запрет в комнате, не бросит в одиночестве. Отныне никто не заставит вас делать то, что вам не хочется. Откуда вы знаете, чего нам не хочется? Да, точно. Старик потрепал за ушком громко чавкающего волчика. Волчика. Да, конечно, ты все знаешь прямо так. Не шепчут ветра и тени, холодные звезды и безграничные небеса. Они говорят, что дети не хотят взрослеть, превращаться в тех, кто живет запретами, угрозами, наказаниями. Каждое следующее слово он говорил все громче. Ожиданием старости и смерти. Кем-то скрывает истинное лицо, это явно маска. Жить на себя настоящего. Чего добавить-то сюда? Дети живут мечтами. Говорят про иллюзии, что там, про иллюзии какие-то говорят. О, сами что это иллюзия. Я отлично знаю детские мечты о счастливой и беззаботной жизни. Той,
в которой есть чудеса и дикая свобода. Иосифа был громом, от которого волосы на голове вставали дыбом. Все это будет вашим, стоит только захотеть. Стоит только попросить. Совсем шепотом. Стоит только согласиться. На что? Согласиться. Что? Словно эхо повторилась чарованная воля. Да, моя дорогая. Ясно все с тобой. Гипнотизер хренов. Вкусить это! Старец ткнул перстом в сторону лисицы. Я прошу тебя, ради всех нас, ради меня, ради сестры. Зайчик, отведай хотя бы кусочек. И тогда нет, ты все поймешь. Ни за что. Казаться очень плохо, и показывать очень да. Мне кажется, это иллюзиями обманывают. В общем, сами говорят, что как бы что-то там. Ага, радужно все, да. Что-то принадлежит, еще ну, сказочку. Где-то поминалось, не знаю. Как бы уже какую-то волшебницу, видимо, которая там детей любила. Таким пряничным домиками, этими сладостями привлекать. Потом сожрала их. Сжирала их. Из того, что это подобный, видимо, это какой-то обман какой-то явно. Черт, да, радужный такой, наверное, свет мне, да, такой серый маленький. Да, только обман, конечно, не проживешь, так что, извините, нам придется отказаться. Так, если что, потом переиграем на выбор, посмотрим, к чему это может привести, если не отказываться. Ну, извини, конечно. Нет. Ответ мой точный. Мне возникло чувство, что ледяной ветер дует из дыр ее глаз, из темных глазных провалов других зверей до головязого старика. Морда совы нервно поддергивалась. Пасть волка стыкала слюной. Медведь переминался с лапы на лапу, раз избавившись от сонливости. А сзади нас писал тот, кто все это время притворялся Дедом Морозом. Я сказал, мы уходим. Да, точка. Ясно вам. Покрепче стиснул руку сестры. Конфета упала из ее пальцев, шмякнувшись в пол. Переволь испуганно озиралась. Я сказал, мы уходим. А ты тебе еще мало? Тебе еще непонятно, что ли? Алиса передразнила меня, и вопреки всему испытала острую обиду. Такую обиду врезали по ей хорошенькой этой Алисе в оружие. Просит давно, в общем-то. Умная такая самая. Ну какой же ты все-таки... Конечно, ты все-таки ты сволочь. Стерва. Сказали, уходим, Катя, все. Мало чуть еще хочется. Проваливай с дороги. Дурачок. Сама дура. Услышал мелодию флейты, но теперь она напоминала свист хлыста или огонь рыбы, выброшенной на лед. Музыка трепыхалась и била по ушам. А затем ледяной стерем заполнил детский плач, перерастающий в звериный лай, хруст костей и звук лапающихся шкур. В дребезги разбилась фарфоровая тарелка, до крови наполненная опарышами. Ну вот все ясно, для людей галлюцинация вся, это обман полный. Волчок. Ё-моё. Какая же все-таки страшно, ты понятно, чего там прятали-то? На деле вы просто уроды моральные. Даже ошибались, лопнула по швам, высев смердящий пар. Искреженная морда воскалилась и вон шипанул в него ноздри. Прямо какой-то некроморф недоделанный в Dead Space. Ты тут, Дим, туда путишь, чтобы тебя язык это расчленил на части. Сокричала, упрямо реально серый, как некроморф. А кровь текла по щекам, будто слезы заставляющие расслепаться. Блесывший хвост бил позвонками о стены. Я заслонил собой плачущую сестру. Уже свинчивался в живот, лежал очкам по горлу. Хотел сорвать точки, чтобы всего этого не видеть. Выдать глаза, чтобы навсегда слепнуть. Обернувшись, совет скривился от отвращения. Ах, какая гадость. Зеленая рыба. Черви копошились в перьях ее маски, сгнивших клещевок с садовой ножницы. Я шатнулся, едва не врезавшись в волка. Его морда вытягивалась, кости хрустели. Зубы торчали из гниющихся десятесен, словно осколки стекла, а разбухший язык неустанно их облизывал. Прямо в глаза заметил, как медведь загорел злой проход. Каждый миллиметр этого плоти тился алой сукровицей. Личинки заклеили слезящиеся глаза. Ох, какая гадость. Я притянул шокированную Олю к себе, в панике ища выход. Нога угодила в груду сладостей, но это были уже не конфеты. На полу лежали человеческие останки. Рыбы в лохмотьях мяса и выкорчеванной челюсти.
бисер зубов и заплесневелые кости таза. Крошечные черепа, плавающие в реках крови скальпы. Вот и показал свою истинную натуру. Дед Мороз. Лживый. Творится. Не доверяй, но проверяй. До мной возвышалась рогатая уродина, сжимая в длинных кистых руках костяную флиту. Гигантский отбросивший обличье старца козел. Черный, сочащий ненависть и злобу, он испепелял раскаленными углями лазищ. У рога царапали потолок. Че это, леший из Ведьмака, что ли, приперся? А, ух ты! На сегодня там все поближе какое-нибудь стоящее-то. Какой-то метро уже получается, не пойми что. Лед откалывался и таял, стекая в грязные лужи, под ним обнажались металлические стены. Я понял, что мы обречены в тесном череве темницы, оцепленные воющими чудовищами. Воющими. Мне оставалось лишь крепче прижимать к себе сестру и смотреть, как сужается рук, как мерзкие лапы тянутся с кровавого марева. Ты только заметно, интересно, откуда мы правильно попадет? Такое за место. Позволь, хозяин, я разорву их на части. Я вырву их глазные яблоки и трахну их в сочащиеся раны. Бля, бля. Колесик от... палка от руля. Пасть рычащего волка клацнулась на капкан, и густая белая пена брызнула в нашу сторону. Тут же заживо гниющий медведь грубо оттолкнул бешеного собрата. Волки, мой черед веселится. Как же я утомился слушать их сраный гондёж. Я же бьём сорву кожу с этой грёбаной козявки прямо на глазах её братца. Я заставлю его съесть собственную сестру. Накормлю его досыта ее потрохами. Пожалуйста, хозяин! Казалось, сейчас его морда треснет, расколется, как яйцо, из которого проклюнется, и что-то еще более мерзкое и страшное. Оскалившегося медведя цепились в совиные когти. Крюча, не давая ему приблизиться. Она моя! Моя! Выблядки! Лапы прочь от девчонки! Клокочущий зверинец свалился в кучу, барахтаясь в кишках и талом жире. Они были, дрались, кусались, вырывали друг дружки клочки шерсти и гурти перьев, готовые разрезать друг друга, как свора голодных псов из-за обедков. Вдруг Вискрейт отдернул их, словно поводок. Хозяин стаи колдовал, страшил своей душераздирающей музыкой, вновь обратив их неподвижные, молчащие марионетки, верно, ждущие команды фас. Прям как этот, в общем-то, был этот персонаж, известный Свейт, это там... Даже, по-моему, появлялся, в общем-то, в мультфильме Шрек появлялся. Такой персонаж, который мог с помощью клиента управлять персоналом другими любящими существами. Только при этом одной расы одновременно, одного вида одновременно. Например, там тем же троллями, ограми, или как называли этот Шрек, там, великанами, в общем-то, или, например, животными, там, не знаю, либо ведьмами, либо кем-то еще отдельно. Ну, это очень сильно. Отсылка, может. Писал перестал обладывать флейту из перцовой кости. Последний раз мокла дьявольская мелодия, пор вопящих младенцев, угодивших под каток. Сок сырого человеческого мяса шлепнулся у моих дрожащих ног. Я сырой съеденным. И себя от ужаса обернулся на волю. Та лежала в стороне, присыпанная снегом. Совсем как мертвая белоснежка в мультфильме. Возможно, она потеряла сознание в душераздирающего зрелища. Не хотелось разжидаться в истерике, сойти с ума, умереть быстро и безболезненно прямо здесь и сейчас. Но вы и не мог. И по-прежнему уставался в камере пыток, выбирая между ужасным исходом, желудком чудовища, каннибализмом. Костяные мясорубки не сводили с меня свои волчные вечно голодные глазенки, готовые обглодать и перемолоть все мои кости, если посмею отказаться от предложения их хозяина. Тут мне согласиться, и я так же, как и они, навсегда утрачу свою волю и разум. Прощусь в вечно голодную тварь, пляжущую под дудку кровожадного безумца. Наверняка погублю Олю и всех, кого я так люблю. Губы мои тряслись, тошнота выворачивала наизнанку, но я нашел себе силы закричать. Даже можешь подумать, может на самом деле их не маньяк там тех похитил-то,
В общем-то, на самом деле, вот этот похитил. Превратил, в общем, этих существ таким образом. Они, возможно, даже под страхом смерти решили этим делом выполнить его полковой приказ, и превратить вот этих. Такое может быть раскрытием тайны. Тайна, а может быть, реально какой-то обычный маньяк. В общем, все это потом, наверное, в последнем эпизоде раскроется в итоге. Никогда и ни за что! Я человек! Слова могли бы стать моей эпитафией. Но я понимал, что никому же не суждено найти мои останки. Настала гробовая тишина. Ешьте их! Пейте их! Рвите на части! Хозяин леса. Рогатая тень накрыла нас. Красиво у тебя, конечно, рога. Сладкое мясо. Знаешь, из косточки, да? Внезапно лис метнул сквозь лищу и стал между нами крошечная на фоне огромного монстра. О, что она делала вообще? Просто волчился за лисой и рисуя алый след. Лохи скакали по спине и проступившим костям. Подожди. Не спеши так. Не стоит. Зайчик нам еще пригодится. Зайчик нас покормит. Вкусненько. Для медведей лисы. Зайчик, кушать принеси. Пламя его глазнищик замерцало. Замерзшие стуканы недовольно оскалились. Не разве это зайчик? Разорвать и сожрать! Самозванец! Кожаный мешок с требухой! На себя посмотрите-то. Заткнитесь, пустомели! Разве вы не чуете? Разве вы не помните? Когда он чуть не укусил луну на снежной поляне? Людоиды замолкли, разочарованно складывая слюну. Лица тем временем крутанулась и... вновь пристала милым ребенком в маске лисицы, которую я впервые встречал ее морским утром. Она двинулась ко мне скользящей походкой, растворяя весь ужас вокруг запахом апельсинов, порохом бетарта и волшебством. И ласковые лапки нежно коснулись моей щеки и убрали слившуюся прядь моего лица. И заключив меня объятия, Алиса сладко зашептала. Чего? Тоша, ты хочешь спастись? Вот и... Я молчал, стиснув зубы, боясь отвести взгляд, чтобы не разрушить мимолетное видение. Мой милый, скажи, ты хочешь спасти свою сестру? Его забрызнули с глаз, и я заревел. Да! А ты лисичку западал ее в шубке, я продолжал всхлипывать и дрожать. Скажи громче, чтобы все слышали. Не помня себя от горя, я закричал, умывая слезами. Да! Даже мой рот наполнил металлический привкус крови. Черные пальцы лисицы пропихивали кусок человечины глубже в мою глотку. Я упал на четвереньки, давясь и кашля крови, но в силах спрыгнуть ставшего в горле кусок плоти. Не, ну я вновь раступили со всех сторон разлагающиеся твари. Какое посмешище! Позволь, хозяин, я откушу от девчонки самую малость. Бурлящая злоба утопила мое сознание, и что-то чужеродное и первобытное вырвалось из меня с первым рюком. Только попробуй, и я вырву твой поганый язык и засуну глубоко в клаку, ты безмозглая курица! Зловещая сова ошеломленно оплюнула на запотовое влюканье лисы. Мой голос молк, а затем меня сложил пополам. Изо рта брызнула рвотная каша с непереживанным угощением. Ты права, зайчик. Палец кнул в меня, кнулся, но казалось, что это нож вонзился в солнечное сплетение по самой рукоять. Твой черед угощает нас. Добудь следующей ночи мясо, а иначе... Иначе! Алиса молча ступила в тень, а козел приблизил ко мне, зловонный пасть и прорычал. Иначе мы съедим всю твою семью!
Он рыбанул копытом в пол, я побежал прочь, как ошпаренный, забыв про все. И нанеслось многоголосое «Сидим, сожрем, живьем!» Лед падал мне на плечи кусками, в них лезли дохлые грызуны. Вырвался на волю туда, где сосны шевелили ветками, и сыпали снегом, словно кашевары, сдобривающие солью яства. Ветер драл мои волосы. Я повернулся и похолодел. А! Гараж? Какой-то гараж. На моих глазах гараж исчезал. Его? Растворялся слоями, тускнел, становился прозрачным, потом порыв ветра смел фантом черных стен. Может, испарился какой-то потусторонний гараж, что ли? Какой-нибудь там, не знаю, Джиперса, Криберса или какого-то другого существа, там, Фредди Крюгер или кого-то сейчас, из этих ужастиков всяких. Говорить можно. Только сейчас я понял, что давно упустил руку сестры, она осталась в лобби чудищ. На месте, где минуту назад стоял дворец, рос сугроб. Из его верхушки торчала девчачья кисть, как крест в могильной насыпи. И себя от ужаса я бросился в сугробы и принялся расчищать снег. Это же под белой маской огорелось плечо бледное Олина личико. И посиневшие губы дрогнули. Жива. Я сейчас! Я копал и молял удержаться. И уже дошел до живота. Голосок был слабым. Ничего. Отнесу тебя домой, согрею. Шоколадом напою. Ты только не засыпай, слышишь? Да уж. Ты только... Мои пальцы напоролись на что-то млипкое и горячее. И разгреб снег, он сделался красным и рыхлым. Что это? Что это там? Я сглотнул. Ну, и что я мог ответить? Ниже пояса тело воли обрывалось, из туловища вываливались кучи кишечника. Она улесканила голову и уставилась на безобразные обрубки. Она истошно завопила. Вот такой финал, вот это поворот. Мне, конечно, много чего я думаю, пропустил во время этих эпизодов, там, вырыт, потому что другие сделал. Спасибо, что прошли 4-й эпизод визуальной новеллы «Зайчик». Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все сорванные средства будут отправлены на продолжение игры. А, это, в общем-то, у нас понятно. Ну и все так-то. 5-й эпизод еще нет, так-то. Такой финал. Не знаю, какой финал вообще истинный. Там вообще, по-моему, могут по-другому развитие событий. Нам будет, конечно, более другие выборы все сделать. Думаю, пока, конечно, я не знаю. Можно попробовать, конечно, другие выборы так заранее посмотреть, потом еще. Пока что время есть. Сейчас, конечно, но потом посмотреть все, пока еще эпизода 5 нет, как-то посмотреть другие выборы, к чему я мог привести. Посмотреть иные результаты. В общем, сейчас мое видео будет так убиться. Оно очень интересно, только события, в общем-то, довольно интенсивно развивались. Это за какой-то понятный гараж какой-то черный. Кто-то что за хозяин леса вообще. Пусть вообще происходит, пока так не ясно, не конца, в общем. Думаю, 5 эпизоде, наверное, все ответы на вопросы будут просто, в общем, предоставлены. И ответы на вопросы, которые могут возникнуть у игроков при прочтении данной новеллы. В общем, она шикарная, конечно, очень. Точно. И думаю, что это жду за большим удовольствием 5 эпизод, что там нас дальше может ожидать. На этом так-то закончим эту серию, которая будет по счету уже какая-то. А, да, в общем, 11 серия. Такая продолжительная, большая, самая. Целый час будет длиться. Увидимся в следующей серии. Ну, это когда, не знаю, будет. Возможно, конечно, я каким-то эпизодом выпущу, просто там я посмотрю выборы другие, к чему они приведут, ради интереса. Наверное, думаю, так стоит посмотреть. Ну да, думаю, так и сделаю. Пока что. Может быть, каким-то еще что-то интересное вижу. Это будет пока, думаете. В общем, на этом пока что все. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без моих оскорблений. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи! До скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.